чашку, значит, он здесь. Ну, может, вы в этом хорошо воспитаны, что вы скрываете во время беседы с вами, кто-то ест или пьет. Потому что это неправильно, по этикету это не положено. Через отдельную. По вашему случаю, от 15 марта, насколько я вижу, вы писали заявление, да, на согласование станции Киа-центр? Да. Михаил Стахнович? Да. Нихуя! Еблысь, нахуй! Охуеть, прикиньте, говоря, блядь. КамАЗ въебал и уходит, короче, прикиньте, блядь. Так мы пришли вот это послушать. Ух ты! Офигеть! Ё-моё! А это Бастон ведь! А мы тут... А парень-то там живой? Да живой вроде. Пиздец, какая сейчас авария была при мне прям. Пиздец. Короче, мы поехали на зеленый, а там чувак летел на красный. Да, и ему снес
морду кто-то. Я волновский. Чего шум так не хай? А чё он хочет? Ля-ля-ля! Ебать! Бля, и заехал прям в дом. Ебать, его мать! А те институты, которые за эти 10 тысяч лет, которые должны были быть созданы, не входят. А Дальний Восток еще характерен тем, что сделки заключаются по рукопожатию, слава богу. ЛСМС сообщили короткий платный номер 130. Ебать, ему в рот, охуеть. Заснял. Александр Новиков. Вот так, красиво. Молодец. Молодцы. Уже подъезжай. Подъезжай. Вот баран, блин. Ебаный в рот. Пиздец. Ебать его в рот, пизда, просто пиздец. Еще, блядь, на какой машине, блядь, Матиз его. Пидор, блин, козлина, оттуда вылетел как, а так выключает. Я не выключил, куда лезешь, блин. Идиот, блядь, пиздец, готов. Я видел его. Все, пиздец, приехали. Колеса получили. Блядь, это мы надолго, по-моему, здесь вот тормоз отвояли. Мы надолго. По номеру 377-5583. Кто бы что ни говорил, чьи бы злые языки там чего не обсуждали, номер телефона работает, да-да, 377-5583. Кстати, его уже штурмует. Ребят, а чего звонить? Подождите. Подождите, не спешите. Скоро уже так и так. Ни хрена себе. Что это такое было? Это что такое было? Это что такое-то? А? Не,
Не, ну там-то еще. Ух ты, какая авария! Got veterans, hissy fitting, but fuck them, just pay attention, bitch.